Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на нашем канале. И сегодня мы снова в гостях в теплице, в огуречнике, в котором огурцы выращивались по технологии выращивания в финских колбасках. Я показывал в предыдущих видео после посадки, показывал, как они развивались. И вот сегодня я хочу показать, когда уже подошел срок замены этих растений на второй оборот. Сейчас растения уже отплодоносили, они уже не дают тех урожаев, которые собирали в начале. В принципе, цель достигнута, собран богатый урожай, очень хороший урожай, поверьте. Но смысла дальше их держать, эти огурцы, уже особого нет. Потому что растения стареют, развиваются возбудители болезней, вредители, с которыми надо бороться. Соответственно, возрастает применение различных препаратов. Ну, так делать нежелательно. Поэтому всему свое время. Отплодоносили, собрали хороший урожай, вывезли все это, реализовали. И теперь заменяем. Для чего делаем замену? Для того, чтобы не простаивала теплица. Потому что теплица — это сложное комплексное сооружение. Оно состоит из многих составляющих, которые постепенно выходят со строя. И теплицам требуется ремонт. Пленка, балки, трубы и так далее, и так далее, и так далее. Если выращивать в один урожай, то мы можем просто в экономическом плане сильно проиграть. Поэтому после уборки огурцов на их место сюда же проводится высадка томатов. Но обратите внимание, друзья, что томаты мы высаживаем не в колбаски. Колбаски мы оставляем на следующий сезон. То есть колбаска предназначена только лишь для получения раннего урожая, когда почва еще холодная, корневая система будет мерзнуть, растение не будет органично развиваться. Сейчас начало июня, то есть 3 июня, и вот на ваших экранах томаты, которые будут плодоносить к концу лета. Таким образом, второй урожай получать мы будем. Здесь же почва в колбасках будет находиться в нетронутом состоянии, ну как под паром, можно так сказать, под парами. И она будет на следующий год востребована опять же для получения ранних товарных плодов. А томаты прекрасно будут развиваться в открытом, ну защищенном, конечно, в закрытом грунте, но просто в грунте, без применения вот этой сложной технологии. Хотя я говорил и сейчас могу повторить, уже опираясь на опыт этого сезона, что колбаски себя зарекомендовали очень неплохо. Поэтому никуда их не выносим, никуда почву не убираем. Эта почва послужит еще как минимум один сезон. И в следующем сезоне опять проведем высадку и будем получать опять хорошие обильные урожаи. Дорогие друзья, ну я надеюсь, кто занимается выращиванием в теплицах, что примерно хотя бы вы теперь понимаете сроки для второго выращивания. Потому что если проводить посадку, высадку помидор следом за какой-то культурой в более поздние сроки, то мы столкнемся с проблемой похолодания, укорачивания дня. Осенью день укорачивается, соответственно, возникают трудности по выращиванию. Вот именно сейчас мы всегда так делали и делаем. Приблизительно в эти сроки проводим высадку второго урожая. Ну, плюс еще можно, ну, две недели. К середине июня уже надо высадить, в принципе, чтобы получить хороший второй урожай. На этом я свое видео заканчиваю. Кому видео понравилось, ставьте, конечно же, лайки. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.